Жесть. Надеюсь, тебя в M-Sport V2 или Керамбит Голд выпадет. Беги. Рик чисто художник в этой катке. Мы так затащим. На, в прыжке! Если мы выиграем 100%, я уверен, должны дать неймлес скинчик. Всем квакая, братва! Рик, тебе приветик! Алембуа! Всем добрый, чувачки! Рик, сегодня у нас интересный, как всегда, видосик «Охота за неймлес скинами». Смотри, продолжение данной легендарной рубрики. И сегодня мы будем играть с дропом из гифтбокса, потому что появилась еще одна интересная тактика. Мы сейчас закупаем два гифтбоксика, выбиваем с них какой-то дроп, возможно, керамбит голд, а возможно, боксик какой-нибудь из него. Также выбиваем дроп, но это считается, как мы выбиваем дроп из гифтбокса, потому что это по факту гифтбокс, если оттуда что-то выпадает, сам понимаешь, да? А, Шали, ты чё, псих, что ли? Подожди, гифтбоксы хочешь оттуда покупать что-то, да, что ли? Да, мы сейчас заходим на рыночек, ищем гифтбокс и сразу две штучки покупаем. О, 17, не надо! Да перестань, ты чё? Не понял. 17 тысяч голды. Он купится? Он не покупается, прикинь. Ладно, на всякий случай еще один купим, прикинь. Так, голда списалась, а на самом деле ничего не произошло, ладно. Ждем, пока не купятся, и начинаем открывать. Так, Рикардик, наконец-то купились эти два боксика. У нас из 50 тысяч голды осталось 15. Я еще так никогда быстро не разорялся в первых секундах видосах. Вообще имба. Так, че, какой дроп выбивать, думаешь, будем? А тут нужно выбирать, что ли? Я хочу в M-Sport V2 тогда. А, Шали! Понял, имба. Не, подожди, знаешь что? Подумай только на секундочку. Ривел бокс — это даже еще реже предмет, чем ривел кейс, потому что бокс невозможно купить, а ривел кейс можно. А это интересная тема. Давай, короче, ривел бокс я для себя сейчас открываю, смотрим, что из него выпадает мне на катку. И смотри, наша тактика, чем больше мы киллов сделаем с этого дропа, тем больше шансов выпадения топовой пушечки после каточки. Офигенно, применяю. Я буду с этим играть всю катку, чтобы тащить. Купил дробовик чисто за 17 тысяч голды. Отлично. Блин, надеюсь, тебя в M-Sport V2 или керамбит голд выпадет. Не, я хотел бы себе керамбит, на самом деле. Я бы с керамбитом покорял. Нифига, пролетел! Реально, не... О, блин, ладно, неплохо. Ладно, Рикардо. Но я надеюсь, что мы с этим дропом, который сейчас выбьем, сделаем много киллов, больше всех киллов сделаем и... Да ладно! Да ладно! Да ладно! Ты тоже... Два дробовика, вы чё, психи? Что? Что? Это ГГ. Это будет очень сложно, как мы это выиграем, я не знаю. Но нам надо будет выиграть и много киллов сделать, чтобы у нас был шанс неймлес скин какой-нибудь или какой-нибудь скинчик жесткий выбить. Короче, летим в катку. Жесть. Так, Рикардо, полетела каточка. Это значит то, что нам надо первый раунд играть с ножичками, чтобы накопить на наши легендарные гифты. Боксерские дропчики, что думаешь? Так я пулеметы же купил, ты что, раньше не мог сказать, что? Не-не-не, давай, этот, на серьезке, как говорится. Как говорится, ножичек в дело, скилл на предело. Шаришь такое? На предело? Найс. О, тихо, меня вычислили. Хелпу надо. Хелпу нужно, мужики! Мужик жил им! Ко мне хелпонечку, вы где все были там? Да не повсюду, я не знаю, что делать. О, а нет, знаю. Нифига себе. Спина один. Выезжай. Наконец-то! В ребрах до сих пор один. Это что было? Это было очень опасно. О, флешка. Под флешечку вылетаю хорошенечко, чекай. Вот так раски делаем и убегаем. Они такого точно не ждут. Вот так, чекай. Ой! Это жесткие мансы вообще. Не, забей, я даже сам наклоняюсь, когда выиграю. Может быть, тут прям я останешься, сиди тут. Чекай. А, ты, по-моему, ты спалил? Нормально, да, вы там танцуете? Да блин, я думал, они с ножами будут. И зачем выбежал? Я же не знал, что они этот не простят меня. Нормально, мы на всю игру накопили себе гифтбоксерский дроп. Погнали. Все. Имба, посмотри просто на этот нереальный скинчик. Мы не зря потратили 16 тысяч голды на него, мне кажется. Сколько? Блин, сводит. О, нифига! Красиво было. Чё? Забей! Мэнчик, а чё творим вообще? Да нет, я ж впервые стрелял! Забей. Пацаны, хотите посмотреть, что мне выпало с гифтбокса? Ща киллы делать буду. Чекайте дроп.
Погнали, нифига мы их забатили жестко. Они сейчас будут специально сливаться, чтобы посмотреть, что я выбил с гифтбокса. На-на! А. Я понял. Го мини-игры сделаем, чел пишет. Что за мини-игры? Чтоб мы их с гифтбоксерского дропа чисто не прощали. Опа, один в темке. Сейчас, короче, сюда встаем, и он не ждет такого. Понял. А что такое? Ждет минус 64. Он выйдет сегодня? Я не знаю. Да мужик, отойди, ты че? Это что за прикол? Мужик! Забей меня. Меня просто специально троллят тиммейты. Зачем? Я хочу и больше киллов делать. Они специально делают так, чтобы мы сливались. Ты просто забайтил посмотреть на скинчик. Ему стало интересно. Пошел посмотреть. Просто полная. У нас тиммейты стоят, афкашат, и мы просто пушим. И мы по одному пушим, а нам надо вдвоем пушить, чтобы мы, как говорится, скилл кентухи дробаша реализовали. Шаришь? Договорились? Погнали. А, сразу сейчас. Опа. Живи, иду, иду, иду. Да как? Там минус очень Первый. Много хп. Красавчик. Второй сейчас будет. Там был снизу справа. Убежал. Что? Да, блин. Куда, мужик? Это моя точка. Ой, почти. Мужики, срочно пуэнт. Да как? Мужики, пуэнт, где наш? Ой, нормально, я на первое место выбросил с дробашиком, имба. А как это возможно, у них там чел с двумя киллами на первом месте? Рик, научи меня так же. Такая, ты на первом месте с конца немного, с двумя киллами тоже. Почему я не на первом? Я же тоже два килла сделал, о. Прошки да что? Да не, чел играет там с читами, не знаю, префы просто. Не сы, может он инфу получил какую-то от тиммейта? Да какую? Там не было инфы, просто префы, это меду. Что не бояться выходить. Не понял, они реально боятся, чекай это. А, нет, наши тиммейты их просто не подпускают ко мне. Да достали, мужики, оставчики, ох! Найс, все, килл есть. Мой, главное, чтобы его не забрали. Он в доме. В доме. Все, отлично. Хорош! Лутаем потихонечку. Блин, это жесть, как же сложно искать киллы, когда тиммейты просто бегают на плюс В, всех забирают у тебя из-под носа, это просто жесть. Давайте еще раз напишем с тобой, Рик. Мужики, оставьте нам с Риком киллов. Жесть просто. Надеюсь, они поняли, что нам нужнее эти киллы, чем им. Мы же играем с жестким челленджем на Nameless Collection, а не... О! Мужик просто встал. Он подслушивает, походу, наш голосовой чат. Я тоже встал, офигенно. У нас этот ловля хаешек. А! О! Нифига, как я выжил! Это было опасно очень. Не, по-моему, дробашек, такое ощущение, как будто его изменили в худшую сторону. Один будет на КТ, один с КТ должен. А, что? Где? В прыжке. С КТ? Что? А, нет, с КТ. Ты спал. А, да, все правильно. Найс. Я на первом месте, но... Блин, ты не на первом, мужик. Мне все время нравится, что у братана, у которого меньше кьёв, всегда почему-то первее место, чем у тебя. Это очень интересно в стендофе сделано, конечно же. Что он пишет? Выкинь это. Он пишет, выкинь это. Он офигел? Мы на это потратили 16 тысяч, а он нам еще предлагает выкинуть, чтобы у нас вообще шансов не было. Это же легендарные скинчики, в смысле выкидывать, реально. Плюс, подсмок пушу, чекай. Такого не ждут? Реально не ждал. Хорошо. Да в прыжке я хочу убить! Чекай. Он тоже с дробовиком играет. Да. А, что у меня уже в спине входит? Лол хп, этот лол хп. Да какой лол хп, ты что гонишь? Нет, походу нет. Понял, найс инфа, хорошая. А, это был лол хп. Он просто меня убил с колонн, я думаю, это он же. А там, смотри, все пацаны после нас начали играть с дробашами. Новая мета в стендовчике. Они тоже, походу, хотят Nameless скин у нас перехватить после катки. Ага, конечно. Хитренький, ничего подобного. За такое мы обычно... Я хочу хоть один раз в прыжке убить дроби, это вообще будет нереально. Понял, поймал. Понял, еще один поймал у нас братик. Да блин, ну они достали сквозь мог видеть постоянно. Жесть. Не хочу больше сливаться так тупо. Ну ладно, мы в принципе, мы должны немного слить раундов, чтобы больше киллов еще сделать. А то если мы сейчас выиграем за пару раундов, их у нас не так много киллов будет. Надо будет сейчас жестко киллы фармить, особенно тебе, Рик. Ты чё, я еще жесткий, 6 киллов, чек. Имба. Давай, нам надо вместе держаться, наши ножи только вместе будут работать в этой катке. А-а-а, поздно, я уже в пленту. Понял. Нифига, у него патроны бесконечный, брат. Я это контролирую. Найс. Плотом, плотом. Десантируемся. Чекай. Ну, еще один где-то в спине. Убежал. Рик, а ты знал, что в понедельник на булдропе выходит булпас? О, что за булпас? Ну-ка поподробнее. Если честно, это просто имба. Это весенний батлпас на булдропе. Поэтому, братва, предлагаю залететь в Загреб, оценить новый булпасик и забрать промокод на булдроп.
Дефов нету. Он не поверит, что дефы. О, поверил. А-а-а, говнюк. Ну ладно, нормально, мы ему раунд отдали, чтобы у нас больше раундов было для гоу-мит-ножа. Не, братик, мы не можем с Риком. Пусть они сами там, пусть они сами реально с ножами, а мы посмотрим на это со стороны. И поможем им хаешками. Эй, ты что, нельзя хаешки? Давай, смотрим на эту банду. За такое, что они кинули хаешку в наших пацанов, также кидаем. О, найс, они кинули. Они кинули наших пацанов, чекай. Все, я так и знал, что нам надо на стреме стоять. Не, ну это было хэштег нечестно вообще. Так, первый. Отомстил за пацанов. Второй. Ты больше, что ли? Найс. А я все нормально. А, это клатч твой, кстати. Я тебе просто. Я специально пошел делать килы, чтобы тебе клатч потом оставить после своей смерти. Завещать, как говорится. Не бойся. Это, походу, слитый раунд. Больше нельзя вестись на кидалово. Надеюсь, реально, если мы сейчас выиграем, дальше будем выигрывать. О, у нас чел ливнул! За что? Нет! Вот это точно, если мы выиграем, 100% я уверен, должны дать неймлесс скинчик. Вот это вообще жесткая тема. Да там много их с этим? Да, там еще в пикселе майнят. Ой. Ой, ой, ой. Беги, беги, беги! Ой! О! Что? Еще, еще, еще! В прыжке, еще одного. Блин, отойдите, мужики. Он замажил? Он убегает, я в прыжке обязан еще раз. На, в прыжке! Хорош! Чекай значок. Блин, красиво. Видел, нормально, 20 киллов, уже почти все, мне точно должно что-то дать. После каточки. Быстрее, да, забирай килл у нашего типа, он идет с Сэмочкой за ним. Быстрее. Вон тут за коро. Давай! На коне! Я думал, этот зажим просто ничего не надамажит. Это походу, три человека нам. Идем аф встречать. Мужики наши, это главное. О, да, вот так делайте, сливайтесь, как наш чел, и все, и хорошо будет. А я в прыжке буду делать, пожалуй. О! Жесть! Не, ну что-то у нас пацаны без шансиков просто не прощают, забей, как всегда. Ты хотел сказать, я без шансиков. Если нам ничего не выпадет, со второй катки 100% что-то выпадет. Ну 100%, ну должно как будто. Блин, ну реально, не зря же мы потратили 34 тысячи голды. О, пацаны, сливаем. Нет, шутка. Сливаем только после моего килла, не так, чтоб я ничего не сделал. А, ну да, сейчас моего добьют, конечно. Рик, беги, добивай, пока не поздно. Вот этот лоу хп. Последний. Где лоу хп, говнюк? Последний, последний лоу хп. Закидываем хаешку в дом. Еще заодно беги. И потом еще раз закидывай, чтоб наверняка. Только прицелься получше. Нормально. А, ну вот видишь, я, наверное, дамажил вроде бы. Он вот тут сидел. А, хитрюган, смотри, какая позиция. О, мид, мид 2. А, он тут еще, капец, они тут засели толпой. Все, все, беги, можешь. Они тебя не ждут, 100% отвечают. Да, конечно. Один там. А, все, так это изи. Все, дефай, дефай. Изи катка получается. Дефать? Да, да, да. Найс, все. Смотрим, что нам дают, срочно. Если ничего не дают, конечно же, у нас есть вторая попыточка. Потому что первая попытка, это разминочная обычно бывает перед тем, как давать, да? Конечно, не, ну это вообще легендарничка. Ой-ой-ой, плюс 16. Ой, нам хорошо. Последняя калька как раз до повышения остается. Если мы ее выиграем, плюс 15, нам нас повышают и еще что-то дают. Проверим сейчас, вообще нам что-то дали сейчас или нет. О, чего? О, тебе дали рамку. За поднятый уровень, правда. А мне плюс 10 к удаче. А, короче, погнали следующую катку, что-то будет жестко, что-то мне кажется. Так, Рикардик, у нас вторая каточка. Полетели испытывать нашу удачу. Давай с тобой вот тут засядем просто. Вот смотри, вот сюда, вставай, вот так, вот так, вот так. И все, и ждем. Хочешь, я побачу. Не, не надо, не надо, просто вот так стой, чтобы тебя не видно было. Близко. Не ссы, нас не ждут. А, я понял, тиммейты не хотят нам, короче, с нами делиться опять. Опять начинается, как с прошлой катки, тиммейты киборги попались, вообще имба. Такое мы, конечно, любим, но не в таких видосах, когда нам надо делать больше всего киллов. Вместе. А где поинт у тебя? Нет, он в кишке. А, все, давай. Чел был на КТ. Не, давай поинт сейвим вот тут вместе. Просто с двух сторон на ножах держим его и все. Готовься принимать. А он у тебя? Чего мне показалось там? Там тень показалась, я тебе отвечаю. Какая тень? Снопи не цени, ты че, мужик? Я вижу, он прошел в другую сторону. Беги, просто беги, он не успеет запуэнтить. А, нет! О, где он? Зачем ты остался?
Я не знал, где он. Я испугался, что так орешь на меня. За такое непрощаемо отвечаю. Все, я зол. Очень-очень зол. Да, блин. Минус 85. О, нифига подножку сделал на реакции. Ты видел это? О, нет! Я видел. О, халява пуэнт. Рик, это ты, что ли? А, стоп, да. тут с твоим неймлес скином. Что? Пускай выбросит! А, там прячется чел. Как же он прячется в этой текстурке мелкой, где всю модельку не видно в маленьком уголке там. А? Что? Что? Что за актер? Что это было? Что это такое? Он такой еще не понял, что за фигня к нему сзади, а тут пощекотала чисто спиночку. О! Что я под номер 60 с дробаша? А где был челик? Нифига вы стенку красиво сделали. А чё этот? Да. У вас этот свои тактики, да? А я тут это... У меня вообще другая игра, если честно. Офигенно. Рик чисто художник в этой катке. Да, я так вижу. Мы так затащим. Ладно. Посмотрим, как играет киберспортсмены в 2023 году. Раз Рик, как говорится, живописью занят. Извините. Понял. Чека, у пацана мышку срывает. Это что, ты видишь это? Посмотри на него. Смотри, как он двигается. Это что за фигня? Покажи, брат, еще раз. Нифига, у него там сенса миллион. Я не лечу на девочке, там уже какой-то тупец. А прекрати верхушку! А я прикрыл все. А я еще когда прыжки убил, когда я не прыгал даже. Имба. Ты что, офигел, что ли? Что творишь? Лови, братик. Отлично. Я нашел, он в кишке. Ой, оставь меня, я выезжаю. А я тут его не трогаю. Он плыту. А что, он бессмертен? Найс, флешка! За что? Чей он еще и добил, он специально кинул флешку, чтобы добить у меня. Это жесть полная, как же это тупо. Рикардо? А, да-да, что случилось? Как дела у тебя? Бывало получше, знаешь, сейчас вот не очень. Перед Б и в тут. Прыгай, мужик. Понял, не успел прыгнуть. Все, последний, да. Мужик, куда бежим? Нифига, он меня испугал. У меня просто от испуга реакция сработала жесткая. Паучье чутье, как говорится. Лягушачье называется, точнее. Опасно. Ого, у нас тут 4 челика, вы чё все? А, не на, уже все вышли, походу. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё, тут мужики повсюду, хелпу! Коври два! Я лечу, мужик! Кчок! ГГ, они повсюду. Они кикаются. Последний? Внизу! Дай-ка огонь без смерти! Они кикаются, посмотри, они кикнули чего за то, что... Он не справился, походу, ГГ. А, блин, почему? Я дробовик пытался взять. За какой дробовик? О, чекай, нашел. Оставь мне его. Да помогите! Его добили! Вы что, на приколе? Это мой килл был. Жесть. Они у меня все забирают, просто в этой катке еще больше чувов, которые хотят забрать у тебя все. Ладно, выезжаем. Мужики, он мой. А, нифига, он сквозь мог бежал. Где он? Это что за прикол? Ниндзя чела. Я понял, это катка еще прикольней. Конечно, не в нашу пользу, чем прошлое. Тут просто у нас все под ноль забирают. Все киллы, которые есть. Там 4 чела еще. Нам еще меньше шансов сделать много киллов. Имба, конечно. О, под хаешечку. Давай, под флешечку залетаем, чемочку. Заберу его. Да, в кармане еще. Забрал. И в прыжке последнего. Тут... Ой, не в прыжке, ладно. Блин, пацаны, мы уже 10-2 сейчас выиграем. Ну, 10-2 тоже счет, если честно. Мы сейчас еще и повысимся, и после повышения нас должны что-то выдать. Давай так же, Тёмочку. А ты что, это не ты? А где ты? Стоп, я не вижу. У меня чел не отображается. Че? Отомстил? Мужик, отставьте его. О. Да вы достали с флешками. О. Рик, ты лагаешь, по-моему. Олег. Что, где я? Все, Настя, все, ты на месте. Я думаю, ты залагал. В смысле, у меня игра зависла? Несы, у тебя и нет зависа, не игра. Все, 10-2 забей. Изи, каточка. Так, смотрим, что мне дают по званию, во-первых, и по дропщику после каточки, срочно. Твои ставочки. Элиту повышают, нет? А, я думаю, нет. А тебе сколько? Все, изи, элита повысились в ММ наконец-то. А сколько дали в ММР? Плюс 17 мне дали, сейчас смотрим по дропу, что дают. Нет, это жесть, просто мы, понимаешь, с дропом из гифтбокса апнули жестко звание. Это просто имба какая-то. Ну-ка, дропчик, пожалуйста, выдайся нам. А мне дали? А, что? Мне ничего не дали, и тебе тоже ничего не дали, алло. Рик,
Ты лагаешь, что ты лагаешь в конце, когда... Алло, что случилось? Нам с тобой дроп не дали. Вообще никакой, ни голды, ничего. Но... Я понял, Рик. Короче, братва, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на наши каналы. Напоминаю, надо много лайков, и будет что-то имбовое. Поэтому, братва, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем до следующего видосика. Всем пока!